Привет! Меня зовут Александр, вы находитесь на канале VitaImLag. Сегодня я вам покажу объект, который расположен от этой набережной в 370 метрах. Этот объект от компании МНЗ Башаран и называется он Виолетта. У нас на канале уже был обзор про этот комплекс, но сейчас там стройка очень сильно продвинулась, и я хочу вам ее показать и еще раз напомнить о таком классном комплексе. Давайте смотреть. Во-первых, я хотел бы отметить, что самые лучшие пляжи в Мерсине начинаются с района Тумюк и Арпач-Бахшиш. Мы сейчас находимся как раз в районе Тумюк. И здесь реально есть такие вот зеленые анклавы, очень красивые. Вот такая вот прогулочная дорожка, очень большая. Ее протяженность порядка там 10 километров. Здесь вы можете спокойно ездить на велосипеде, прогуливаться. Машины, конечно, здесь ездят, но это бывает очень редко. Им здесь ездить вообще нельзя. Но такое случается, никто обманывать не будет. Здесь, в Тумюке, как Вита говорит, воздух совершенно другой. Да, я с ней полностью согласен, потому что здесь очень много воздуха, здесь он свежий, а здесь реально как-то по-другому себя чувствуешь. Именно поэтому летом этот район подходит для жизни просто супер. Мы уже почти дошли до самого комплекса. Здесь нужно понимать, что рядом магазин А101 и рядышком же море. 370 метров, и вы уже на хорошем пляже. А сам комплекс прямо передо мной. В общем, мы пришли к комплексу. Вот у нас территория комплекса, она просто огромная, друзья, 12 тысяч квадратных метров, вот от этого здания до этого здания и еще вот туда она идет. Территория громадная, на территории будет бассейн, аквапарк, детский бассейн, сетки для отдыха обязательно, игровые детские зоны, игровые площадки баскетбольные, прогулочные зоны, генератор полного цикла, территория будет просто потрясающе. Ну, тем более она будет такая большая. Что у нас здесь уже построено? Мы видим, что блок А, вот это блок А, он достроен до 12 этажа. Блок Б достроен до 13 этажа. И блок С достроен до 12 этажа. Всего здесь 3 15-этажных блока. Напомню немножко по планировкам квартир. Здесь 2 квартиры 2 плюс 1 площадью 84 квадратных метра. И 4 квартиры 1 плюс 1, они по центру расположены и смотрят окнами на юг, площадью 58 квадратных метров. А теперь пойдемте зайдем в шоурум, там уже есть что посмотреть. Итак, мы поднялись на первый этаж и мы заходим в шоурум квартиры 1 плюс 1. Во-первых, что нас встречает? Вот такая вот симпатичная дверь. Они реально с прошлых проектов изменили двери, и мне здесь они больше нравятся. Далее, вот в таком формате будет шкаф. То есть здесь можно повешать верхние вещи, поставить обувь и здесь положить какие-то шапки, которых мы не носим. Вот. Далее, двухуровневые потолки в холле. Сам холл будет 3,5 квадратных метра. На полу мраморная такая плитка гранитная большая. Дальше заходим в санузел. Санузел достаточно просторный. Здесь полноценная раковина стоит и зеркало. Унитаз и очень большая душевая кабина. Просто посмотрите, реально огромная душевая кабина. Дальше проходим в салон. Здесь у нас такой буквой Г стоит кухня. Здесь у нас идет тройка. То есть вытяжка, варочная панель и духовой шкаф. Посудомойка и стиральная машина, а также холодильник. Здесь такая черная фурнитура, есть стекло. И, соответственно, вот эта вот поверхность из искусственного камня. Плюсы, опять же, здесь закрыли мраморной плиткой, за счет чего, соответственно, ну, если там попадет вода и так далее, не будет больших проблем. Здесь у нас место под диван, здесь место под телевизор и здесь вывод под кондиционер. Опять же, двухуровневые потолки.
Площадь салона 25 метров квадратных. Дальше мы переходим на балкон. Сразу говорю, вот такого формата балкон только в шоуруме на первом этаже. И вот там еще такой же балкон. На остальных этажах, вот видите, здесь уже видно, балкон будет чуть меньше. Давайте отсюда с балкона перейдем в комнату. Вот такая комната 13 метров квадратных. И здесь мы можем посмотреть двери. Белые красивые двери с черной фурнитурой. Отделка действительно будет очень хорошая. Большие окна, пол, да, с раздвижными створками. И уже даже с первого этажа здесь видно море. Кстати, по поводу вида на море мы снимали ролик. Я его прикреплю вот здесь. И вы сможете зайти и посмотреть. Там прям конкретно с каких квартир будет вид на море. А теперь пойдемте посмотрим балкон стандартный в квартире 1+1. И перейдем к квартирам 2+1. Ну и вот сейчас на примере стандартного балкона мы можем посмотреть, какой он будет формы. Это техническая часть балкона площадью 5 метров квадратных. И это, получается, у нас основная зона балкона. Здесь есть, будет такой проход 7 квадратных метров. То есть общая площадь балкона 12 метров квадратных. Вы можете, соответственно, этот балкон застеклить, использовать его под обеденную зону, а на том балконе будут использоваться моторы от кондиционера. Его стеклить не нужно, потому что кондиционеру нужен свежий воздух для того, чтобы обогревать либо охлаждать ваше помещение. И мы заходим в квартиру 2+1. Опять же, нас встречает вот такая вот красивая дверь. Дверь реально зачетная, мне очень нравится. Далее. Вот такая вот входная группа будет. Здесь очень много шкафчиков для верхней одежды, для обуви. А также здесь есть вот такое вот большое зеркало. Когда выходите, можно в него посмотреться, полюбоваться на себя. И есть вот такое место, где вы можете присесть и нормально обуться. На полу гранитная плитка, и мы заходим опять же в салон. Салон немножко утоплен, он такой же буквой Г. Здесь, соответственно, холодильник, тройка, посудомойка, стиральная машина, раковина и самое крутое окно на кухне. Я знаю, что все это любят, потому что окно на кухне это очень кайфово. Вы можете вот так вот мыть посудку и соседям махать, либо смотреть в окно и вообще наслаждаться турецким солнышком. Это зона гостиной у нас. Здесь такое вот большое окно, за счет чего, опять же, зал будет довольно светлым, но при этом все это еще и будет проветриваться, потому что квартиры 2+1 распашонки. Здесь есть выводы под батареи. На этой стене у нас будет телевизор и кондиционер. И вот такое огромное окно, которое также является выходом на основной балкон. Просто посмотрите, каких размеров балкон. Он реально большой, 14 метров квадратных. Ну, здесь можно, я не знаю, если застеклить, как дополнительную комнату использовать. Классный балкон, просто респект застройщику МНЗ Башаран за такие балконы. Здесь вот у нас вывод под кондиционер, соответственно, здесь блок кондиционера будет висеть. И идем дальше. Опять же, двухуровневые потолки, они, смотрите, разделены на две зоны. Первая зона – это зона гостиной, и вторая зона – это зона кухни. То есть можно отдельно зонировать освещение, и это будет очень удобно. Давайте зайдем в санузел. Здесь, опять же, большая раковина, она еще больше, чем в квартирах 1+1, и огромное зеркало. Есть освещение дополнительное, также здесь можно будет установить споты. И здесь у нас унитаз и душевая кабина. Душевая кабина также большая. И в какой большой плюс здесь есть, это вот такое окно. То есть, когда нужно, вы можете проветрить и высушить это помещение очень и очень быстро. Давайте зайдем в детскую спальню. Детская спальня площадью 11 метров квадратных. Здесь есть также выходы под батарею и вот такое большое окно с двумя створками. Удобно, хорошо, можно повешать гардину, можно установить
три цвета, то есть споты, люстру и подсветку. Всегда ставится по три выключателя. Переходим в спальню для взрослых. Она большая, 14 метров квадратных. Также двухуровневые потолки, такие же двери. Но здесь есть еще дополнительный выход вот такой. В санузел. Здесь раковина, зеркало, унитаз и душевая кабина. Тоже, кстати, довольно просторная. И также здесь есть выход на технический балкон. Вот он, технический балкон. Здесь у нас сразу же видим две линии на кондиционеры, то есть на эту спальню и на детскую спальню. Такого вот хорошего размера балкон. Здесь 5 метров квадратных и вид на горы. Смотрите, вот здесь еще есть территория. Понятно, что она застроится, но с высоких этажей здесь будет видно горы. Ну и давайте подведем итоги. У нас комплекс «Виолетта», который расположен в районе Тюмюк, с большой хорошей территорией, с бассейном, аквапарком и так далее. И квартиры в этом комплексе действительно заслуживают вашего внимания. А теперь самое важное. Квартира 1 плюс 1 в этом комплексе начинается от 75 тысяч евро. И квартиры 2 плюс 1 начинаются от 92 тысяч евро. Действует рассрочка на 12 месяцев. Окончание строительства этого комплекса — это июнь 2024 года. Ну что, друзья, если вам понравилось наше предложение, напишите нам все контакты в описании под видео. Нажмите просто на ссылочку, и вы перейдете в чат либо со мной, либо с Витой. Также не забудьте поддержать наш канал лайком, подписаться на канал, прожать колокольчик, ну и написать какой-нибудь комментарий, дабы поддержать наш канал. Спасибо вам большое за просмотр. Ждем вас в Мерсине.